Привет всем! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать очень легко и просто сдобные вкусные булочки. Для этого нам понадобится. У меня уже готовое тесто. Рецепт теста вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. У меня здесь 500 граммов готового теста. 160 грамм у меня сахара и 80 грамм масла сливочного. Можете и не растапливать до такого состояния. Можете, чтобы оно было очень хорошо мягкое. Тесто раскатаем в прямоугольный пласт. Тесто я раскатала в прямоугольный пласт. Примерно 3,05 мм. Вот так. Возьмем сливочное масло и обильно смажем. Тесто я смазала. Посмотрите, у меня еще осталось масло. Наверное, половина, может даже чуть больше. Вы смотрите по количеству своего теста. Посыпаем обильно сахаром. Если вы не хотите слишком сладко, ставьте чуть меньше сахара. Можно добавить сюда изюм, какие-нибудь еще другие сухофрукты, может быть даже орешки. Я делаю по-простому. Теперь скатываем в трубочку, но не очень плотно. Вот видите как? Защипываем шовчик, чтобы он у вас потом не раскрылся. И нарезаем этот рулетик примерно по 2 сантиметра, 2,5 шириной. Вот, и прям вот таким вот образом выкладываем их на противень. Я противень уже застелила пергаментной бумагой. Теперь выкладываем наши рулетики. Вот такое количество у меня получилось. Теперь в разогретую до 180 градусов духовку ставим их выпекаться на минут 15-20 до румяности и до готовности. Булочки спеклись. Теперь переложим их на блюдо. Вот такие вот красивые, аппетитные, ароматные булочки у нас получились. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!